В 2018 году в Апатитах 18 медалистов. В Большом зале администрации состоялась церемония награждения школьников медалями за особые успехи в учении. Ребятам также вручили благодарственные письма главы администрации города. Кто они, лучшие выпускники? Итак, можно сказать про каждого. Яркие, улыбчивые, талантливые и умные аптечане, и уже с набором регалий. Перед этими 18 ребятами открываются двери во взрослую жизнь. Одна из первых ступеней. Ими пройдена блестящая, они медалисты. Почти половину, 8 медалей, в этот вечер вручили ученикам первой гимназии. Ученики этой школы говорят, что это заслуга учителей. С нашим классным руководителем Константином Анатольевичем Кушиновым, он не дает нам уснуть. С этим связано. Ну, грустно, весело. Но мне кажется, это было круто. Мне посвящались реально крутые люди. Очень важные, умные, интересные. И они вдохновляли меня. А кто-то говорит, что хорошая учеба заложена в семье. Об этом рассказывает выпускница 4-й школы Екатерина Башняк. Это у меня семьи заложено, у меня старшая сестра тоже выпустилась с медалью. И как бы я считала, что я должна тоже не хуже закончить. И учиться, ну вообще в семье моей так заложено. Нет как бы лентяев, скажем так. Все с детства. Среди медалистов две ученицы фосагроклассов из школы номер 15 – Елизавета Иванова и Валерия Ландау. Валерия признается, всегда хотела получить красный аттестат и медаль. Я хочу поступить в медицинский университет в Новгороде и стать стоматологом, потому что я хочу помогать людям. Но, однако, из-за того, что я училась в фосагроклассе, да, это немного странно, но фосагроклассы, фосагрокомпании, они воспитали во мне, они дали мне, научили меня быть более коммуникабельной, они развили меня всесторонне. Именно поэтому у меня хорошие знания не только по моим профильным предметам, а также и по другим. Что это для тебя значит, вот эта медаль? Это значит, что у меня все получилось. У меня все получилось, и дальше будет только хорошее. Начальник управления образования Марина Титова отметила, что этот год, конечно, не рекордный 2017, когда 30 апатичан закончили школу с медалью, но тоже очень хороший результат. Медаль – это труд. Это тот труд, который заработал ученик за все 11 лет. Это труд его родителей, это труд его учителей, администрации школы. Поэтому медаль, она очень весома. И всегда она заслужена. Поэтому все 18, которые есть в этом году, эти лучшие из лучших наших 243 выпускников этого года 11 класса. После торжественной части медалистка из школы номер 5 Дарья Лапо подарила всем присутствующим песню. Everybody's good.